привет! Сегодня 23 мая 2019 года. На канале. На том же канале, только я поменял место, потому что там, где мы сидели, ну, сейчас очень большой ветер и сидеть как-то неприятно. Вот, пришел сюда в яму в нашу, где мы раньше ловили. Ну, немножко здесь подчистил. Вон. Пришлось бамбук этот подрубить. Здесь много его. Свежий вырос же. Вот. И ловлю на 2,7 на дайву. Смешался здесь немножко дайвовский такой прикормочный. Это такая аттрактант такой. Вот. И элку. С элкой. Смешалась очень мягкая она, очень такие вот маленькие кусочки. Пахнет хорошо. Пахнет. Ну что-то там поклевывает. Ну все, попробуем. Будем ловить сегодня 23, 24, 25 и 26. Практически 4 дня, ну может быть 2 дня здесь и 2 дня еще, может быть, поедем к дедушке Джо на канал. Так что завтра приедет Олег, я сегодня один. Ну все, херабуна вперед, поехали! Котишка. Хоть опять. Жалко. Кусочек вот откусывает. Мелочи. Я думаю. Ух ты, по губам. Номер один. Хороший. Уа. Ху-ху-ху. Это на ультрабайт. Сомик клюнул. Грамм 300. Сегодня 25... Всем привет! Сегодня 25 мая 2019 на канале. Вчера приехал сюда, ну во сколько? Часов, наверное, в 11 утра. Здесь сел, вот в этом месте. Все наши платформы, то, что мы сделали, остались с прошлого раза. Никто их не выкинул. Вот. Вода немножко поднялась. Что еще тут? Сейчас вот приехал сегодня. Вчера. Вчера, значит, здесь немножко половил. Ветер поднялся. И мне пришлось. Уехать туда дальше по каналу. Там есть очень хорошая яма. То есть внизу все находится так красиво. И можно ловить даже на короткие удочки. Течение практически нет. Оно как-то идет, останавливается. Обещали ветер, но я смотрю, сейчас ветер есть, и ты знаете, какой-то даже такой, я даже куртку одел. Одного карася поймал, двух сомиков, и мелкая там заколебала меня здесь плотва. Типа плотвички такая. Привет, Сергей. Я, к сожалению, не могу печатать и не слышу, что вы говорите. Иногда вижу, вот появляется надпись здесь. Поэтому все в живом эфире, ребят, не обессудьте. Будет плевать, будет, покажу все. Не будет плевать, ну, значит, не будет. Ну, надеемся. А на что буду ловить, как буду ловить, я все покажу. Ну, все, начинаю раскладываться. Так что, если будут вопросы, пишите. Если я увижу здесь в телефоне, я постараюсь ответить. Ну, отвлекаться, конечно, тяжело. Еще вчера я, значит, все собрал, стол, но я его не стал разбирать, ничего не разбирал, даже удочку не разбирал. Поэтому мне сейчас легче будет все это поставить на место. Ну все, поехали. Херабуна вперед. А наживки у нас было прилично. Соответственно, удочки я поставлю сюда. Пока мне не нужны, я уже разложился. Наживки. Так скажем, никак. Вот на эту новую, это с примесью креветки, кальмаров, в общем, морская такая тема, рыбная. На нее было, поэтому мы сегодня одну упаковочку сейчас замешаем. Альфа-21. Незаменимый продукт. Так. Пробовал на ультрабайт. Ну, сомики клевали. Ну, естественно, можно традиционную пятерку смешать. Полоска. На эту полоску один к одному все это залезется. И получается один. Какого там попало? О, вот на полосочку там есть. Водичку сейчас я вылью лишнюю. Получается ровно по полоске. Сюда выливаем. Пятерка у нас, это у нас сладкая, ванильная наживка. Конечно, она опасна тем, что может привлечь карпа. И сазана здесь очень много. Вчера у меня были отрывы, конечно. Такие были выносы просто. Только так леском натяг и пум! Вот так, конечно, нет. Вот. Это номер 3. Ну, я думаю, с этого начнем. Пока мне этого хватит. Альфа-21 и все остальные вот дайверские. Ну, не могу я все сразу. Надо потихонечку. Ух, кресло. Просто песня. Телефон к аккумулятору, чтобы не было мучительно больно, когда закончится батарея. А так она вообще не закончится до конца дня. Так. А уже что-то жарковато. Но будем разоблачаться по мере здесь, по мере возможности. Снесло просто. Ну, поклевка уже есть, но это мелочь. Это мелочь. Мелочь, мелочь, мелочь. Вот это ваша плотва. Ой. Течение есть. Опускается, опускается, опускается. Течушка-то есть, ребят. Ай-яй. Ну что, ставить грузик сразу? Снесло просто. Ну, поклевка уже есть, но это мелочь. Это мелочь. Вот это я не понял тогда юмора. Да, подожди. Вытащил. Ой-ой-ой. Ну вот первый. Представляете, вот на эту жилюшку. Ты смотри, как она ее, а. Небольшой такой. Выпускаю. Садка нету. На той стороне у меня пока. Вот так вот. Что такое? Потом опять. Два раза уже опускал. Я вижу, вижу. Она и есть. Почему? Потому что я приехал. Правильно. Как правильно. Правильно. Как только я приехал, сразу здравствуйте. Здравствуйте. Вот они. О, хорошенькие. Да что ж ты будешь делать? Опа-на. Где дядя Джо? Да. Где дядя Джо? Видишь, что значит я приехал? Да, я знаю. Здравствуйте. Да. О, столько этих трейлеров. Мелочь подошла опять. Мелочь подошла опять. Ты уже второй поймал. Ух, какая, блин. Смотри. Смотри, что творится, а. Красивая. Да это дурак просто. Блин. Ну что, что? А ну? Я ж приехал. А ну, да. О, бэйби, хороший, хороший. Ну, 25, 27. На том месте, не в яме. О, хороший. Это фотки, это фотки. Фотки. Ветра нет. А, есть. Чуть-чуть есть ветерок. Ну, не такой, чтобы... Даже ряби нет. С почином вас? Хороший, да? Да, хороший. Ты смотри, блин, а. Я молчу. Ну, ребят, я вам честно тебе скажу, что это я на протащенную сразу поймал. Невероятно. 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 Спасибо вам, ребята. Отдельное. смотри, какой хороший, а? Это на протаск. Я просто протащил через... Now it's a Sony. There you go. There you go. Ah, beauty. Yep, повело. Мне тоже, блядь, два раза раз, и все, я отпустил. А, кэтфиш. Вечер пришел, здравствуйте. Вышли на охоту, кэтфишки. Какой-то пятнистый. Ух ты. Ой. Это не знаю. Да-да-да, давай. Это не знаю. Нет, карась. Ну что ты его сюда привел? Ну такой здоровый, что ли? Да. Правее, Игорь. Ну как правее? Нифига себе. На чеснок. Как-то обычно, а как... А-а-а! Я вот сюда. Поэтому он так тянул. Но он еле-еле, видно там. Ну да. Крутится, но не того, да? Ну да. Угу. Ага. Давай, давай, давай. Вот какой? Ты слишком большой. Ах, перевернулся. Игорь, с ракет. Угу. Ух, хороший. Это сорокот. Ух. Не может быть. Это сорокот. Если не больше. 50 кот. Это очень большой. Это очень большой. Не, ну это даже... Да нет, это даже вообще...26 мая 2009 года. 2012. Хирабуна все еще рулит. Да. Хирабуна все еще рулит. Ребята, 2012. Какого 12? 2000, я уже боюсь, я уже 2019. Короче, приехали на дядю Джо выпускать карася. Вот Олежка первый с канала. Ну, карасики, поехали. Ничего. Ох, как он пошел. И это раз. О, сейчас он тебе, да. Сразу. Давай чуть-чуть воду. Предлагаю воду слить. Давай, предлагай. А то говорил, дядя, что у него воды мало здесь. Раз, два, три. Ну, хватит, подожди. Аккуратненько. О, да. Раз. Один уже ушел. Давай. Один пошел. Поехали. И это два. Потихонечку, стой. Три. Нежненько их там, пожалуйста. Четыре. О, какие хорошенькие. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И это девять. 10. Ох, какой шустрый. 11. Вот 12 штучек сегодня. Ну ничего. Итого в этом озере осталось 512 штук. Шучу. Да, ну все, хорошо. Сейчас расставим палаточки. и вперед. Дождик, правда, не моросит, но ничего, для этого и палатки существуют. Да, приятное место. Ну вот, вот он, ребятки, первый. Ну, небольшой. Ну, приятно. Вот. И сюда его. Желтенький какой. Ой. О, ребят, первый. Чистый. То есть вот на канале его ловишь иногда, он там с краснушкой там всякой, такой, знаете, получается, зацепился за верхнюю губу. Пусть, не подгрызся. Так, крючки безбородые, конечно, барижевские. Так, это очень красивый карась. Стараюсь так хотя бы показать этого. Вот такой. Вот. Ну, грамм 250-300. Небольшой. Все, отпускаем. Плыви дальше. Выше руку, выше руку, выше руку, выше руку. Килограмм, наверное? Я думаю. Да. То есть, я тебе говорю, что... Если говоришь, что ты, те, которые ты за карпа считаешь, это караси. Причем караси больше, чем этот. Они килограмма по 2, наверное. Ну, наверное. Ну, он тогда сказал, что 6 паундов. Были караси такие здоровые. Да, я тебе говорю. Очень большие караси там. Они там всеми росли в этом озере. Ну да. Несколько лет назад. Да. А ты споришь. Какие там кои? Всегда, давай. Пожалуйста. Раз. Давай. Да нормально. Давай. Ух, хороший. Пальцы убери. Тихонечко. Все. Так. А широкого, ну не так, не вот так, да. Ну зачем ты его не... Потому что это получается большой. А меня? Тут нормально все. Пальцы убери вниз. Чуть на меня голову направь. Голову. И вверх мне. Голову. Голову вверх. Еще выше, 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 выше. Все. Сейчас. Надо еще близко, чем. Ну-ка, ма. Не знаю, может ушел. Обычно, когда он в кусы заходит, значит все, кучкуду. Да, все уже. А, вот. Ну, так, наверх, еще. Да. Нормально. Да, такой, видишь, вот видишь, когда ты говоришь, что он, вот это карп, вот ты что-то видишь, а он вот такой просто. Я тебе объясняю. Слышишь? режиме не заряжается. Все? Нет? Еще? Крайний? Не, у меня еще... Вот она, все. Молодец. Вот она, ребятки. Молодец. Вот она. Поднимаем. Ну, я понимаю, как не давай, видишь? Сейчас я его подниму. О, хороший. О, слушай, не влезает. Нормально. Слушай, нифига себе. Не, вот такие тебя и рвали они. Я тебя рвали. Все, ребят, на этой финальной ноте. Вот он. Хороший какой. Мне фото надо обязательно. Просто без фото не уйдешь никуда. Ни домой не пойдешь. Ничего не сделаешь. Сейчас фото сделаешь будешь. Так. Ну смотри. У меня 37 линейка. Так нет, ты голову поставь, посмотри, сколько. А что здесь у меня 37 написано? Ну 42 где-то. Да, 42, 45. 37. Вот так вот. Тут хорош такой. Все, выпускаем. Сейчас я выпускаю. Сейчас, на секундочку. Руки вытру, ладно, сейчас. Так, и мне нужно один моментус. Каравентос. Ты его сюда. Все. Сейчас. Игорь, мы домой не уедем. Уедем. Вот здесь можешь, чтобы на его лицо был свет? На его лицо. Сказал. Никак? На лицо. Нормально. Огонь. Вау, все выпускаем. А где мой этот самый пацак? Вот. Вот он. Давай. Куда? Иди в пацак. Иди, родной. Так. А теперь реально ребята, вот она. Ух, какая. И что это говоришь, что это был карп? Ну все, хочу всем еще раз передать нашу благодарность за то, что вы смотрели прямой эфир. Я понимаю, что не все, так сказать, получилось, не всегда клевало, но, ребят, прямой эфир — это прямой эфир. Зато концовка с Олегом сегодня вечером была, ну, просто выше крыши. Он пару штук поймал, ну просто сумасшедший. И в конце я еще где-то 45-сантиметрового зацепил. Ну все, считаю, что 5 дней провели успешно. Думаю, следующая рыбалка будет на сазана уже. Здесь, к сожалению, температура подскочит до 38-40 градусов, поэтому рыбалка на карася временно прекращается до конца сентября. Ну все, всем еще раз привет, 27 мая 2019 года, пока. Вот и все.